Всем привет! А сегодня у нас очередной мега-баттл. Баттл будет следующий. Я буду ловить на спиннингле мормышинга. У меня будет мормышка с подсадкой. Вот он тут живет у меня, опарыш. И будет у меня с моими соперниками будут две удочки. Одна удочка будет ловить на червя классическая, вторая удочка будет ловить на тоже опарыша, как и я. Наша главная рыба карась, и мы пойдем его ловить. Быстрый сбор. Карасти накаляются. Быстрая подготовка к рыбалке. Кто первый забросит, тот первый поймает. Димка, давай, ты сейчас опоздаешь, а не тебя. И что? Ну, ставь, закину подальше. И поймаю. Хотел вас познакомить со своими друзьями. Мои маленькие друзья. Вот они, их много. Но они очень живучие у нас в этот раз. Что это было? Это была 3-килограммовая щука. Почему щука? А почему 3? Почему 3-килограммовая? Ну, почему здесь все на одном месте толпим? Потому что мы тебе... Пару шагов туда. Тоже хотим поймать 3-килограммовую щуку. Можем на парыш, Владимир? А я пока что сделаю первый заброс, порву тебе все. Так хорошо жить в честной семье. Траву? У меня кто-то был. Почему траву-то? Смотрите, кого я поймал. Это ёрш. Это не ёрш, это бычок. Ну или кто это? Берем. Не бычок, а этот... Ротан, да. Ротан на мормышку? Ротан на мормышку. Да, ротана на мормышку ты еще не ловил. Это новая рыба в нашем арсенале мормышки. Нет. Подожди, Димочка, чуть-чуть, я сейчас тебя распутаю. Ну постой спокойно. Вот такая вот мормышка с подсадкой опарыша. А вот такой вот у нас, кстати, зубастый. Такой вот красивый рыба. Слушай, не маленький он, ротанчик. Рыба-ротанчик, да. Она очень вкусная в жарении. Но мы пускаем всегда всех рыб. Итак, у нас только 1-0. Мормышка, как всегда, ведет и запутывается. Как будто бы была поклевка. Как будто бы не считается. Да. Опа. Ах, сошла. Сейчас мы попробуем еще разочек ее здесь доловить и сменим. Тащу. Кого я тащу? Кто это? Это, по-моему, такой же, только маленький совсем. Ротанчик. И если посмотреть, как он заглотил эту нашу мормышку, ее не видно. Счет между тем 2-0. Ну, давайте я сравняю. Давайте. Ну, давай. Давай, Димусь, один раз забирай свою удочку. Распутанную, да. И лови на удочку. У нас честная борьба. Да, у нас честная борьба. Честная борьба. Замена состава. Есть? Да. Ну, кого? Ротан. Значит, день ротана просто. Да, думали, будет день карася. Пошли на карася, ловим ротана. Наш был баттл карасиный, но у нас получился... Стал ротаниной. Вот такой маленький. Так. Ну, вообще, можно было бы так набрать-то, да? Стойте. Да. Давай еще.
Иди. Еще можно? Да не надо. Ну пойдемте на карася ловить. Мы хотим ловить ротана, ротан. Вот это мальчик. Ах ты пошел. Слушай, ну круто. А где наш еще один участник с червями? Пойдемте-ка его искать. С ума сойти, я его ищу в зарослях. А он уселся на самом солнышке. Сидит себе и ловит. Ну, пойдемте посмотрим. Да, походу он поймал там, где прям купаются. Машет мне рукой. Бежим к нему. Карасика брать. Дайте ведерочко. Дайте ведерочко, пожалуйста. Не 3-0, а уже 3-1. Можете мне ведерочко наполнить водичкой? Вы карася поймали? А вы пока вы со своими ротанами. Итак, пока впереди поплавочная удочка на червя, удочка с опарышем вообще молчит. Морма спиннинг с подсадкой опарыша успел себя проявить. Пойманы 3 ротана, но то ротан, а то карась. Хотя посмотрите-ка, теперь ротан позарился на червя. Может, в таком случае к нам переметнется карась? Спасибо. И мы поймали карася, боец, красавец. И снова мормышка с подсадкой опарыша. Очень неспешная проводка, прямо плавная-плавная, медленная-медленная у дна. И... вот такой красивый маленький карасик. Ждем, когда наша мормышка упадет на дно, потому что карась нынче хочет со дна ловиться. Не поражает, тут люди купаются, а он ловится. Как такое может быть? Да, вот он вообще не боится. Видимо, его наступило время вечернего питания, и его уже не смущают многочисленные купающиеся. Ему хочется кушать. Хочется тебе кушать? Карась. Сейчас, по-моему, была как будто такая зацепочка, как будто поклевка. Попробуем еще разочек и скинуть. Угу, давай. Опа. Кого-то тащим. Ротан или карась, ротан или карась, ротан или карась, ротан или карась. Карась. Прямо раз и тут же клюнул. Вот такой вот, вот раз беленький. До этого был бронзовый. Да, прям он совсем белый. Белый-белый карасик. Вот. Время у него, время питания. Не боится он ни людей, которые купаются. Сколько сейчас времени? Так, сейчас время где-то около 8, наверное, да? Да, 8. Порядка 8 часов. Вот такой вот. Маленький, полуладошечный, но очень приятный карасик. Но мы его, конечно же, отпустим подрастать. Сейчас там обзавидуются нам. На мормышин было поймано 3 ротана, 2 карася и вот такой вот здоровый зацепище. Ой, по-моему, там Тёмка поймал. Да, кого? Кого ты поймал? Не показывает, а? Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем ловить хороших рыб. Потому что мы это делать умеем. Итак, рыбалка завершена, и мормоспиннинг, хоть и с небольшим перевесом, но все же вырывается вперед. 3 карася, как и на червя, но ротанов все же больше у меня. Какая-никакая, но рыба, значит зачет. Удивительными для меня в этом батле стали 2 вещи. Первое, что поклевки не помешали ни купающиеся люди, ни жара. Несмотря на 8 вечера, на улице было градусов 28. Ну и второе. На поплавочную удочку с опарышем поклевки были редкие, а улова так вообще не было. Но может это сегодня, а завтра будет совсем по-другому. Пробуйте, экспериментируйте, и если берете, то ровно столько рыбы, сколько вам нужно. Остальное отпускайте.